Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Посетители катков в парках могут арендовать поддерживающие стойки. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, ассистенты, которыми могут пользоваться взрослые дети, выполнены в виде животных, сказочных и мультипликационных персонажей. На данный момент ими можно воспользоваться на 16 площадках с искусственным льдом. Фигурки легко скользят по льду и являются точкой опоры при остановке. Они отличаются по высоте для детей и взрослых. На сайтах парков можно узнать режим работы пунктов проката и стоимость аренды. На этом пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!